Так, значит, где мы сейчас находимся? Мы находимся в этом же здании, вот тут у нас магазин, мы были там, да, то есть, а здесь, вот, пока еще идет ремонт, здесь должна быть пекарня, и мы будем делать пироги, хлеба, да, то есть, как бы, почему? Потому что хлеб всему голова, то есть, это дополнительный приток к нам в магазин и в трактир, на самом деле. То есть сейчас вот здесь идет ремонт? Да, идет ремонт, договорились, слава богу, с лизинговой компанией по оборудованию. То есть вот здесь вот как бы есть, ну, положительная ситуация. Сейчас нужно довести будет ремонт. То есть до конца августа, ну, середина сентября здание будет готово уже к установке оборудования. То есть и вообще вот по этому проекту «Веселый фермер» ты хочешь этот вот, все это запустить в сентябре? Нет, в конце сентября или октября. Напоминаю, что у нас сейчас конец августа. Да. То есть, ну, у тебя получается на самом деле одновременно идет строительство нескольких объектов. Да. Но это же... Это нагрузка, это серьезная нагрузка. То есть, но в зиму надо зайти в теплое помещение, в здание. То есть, иначе, то есть, как бы все пойдет на смарку. То есть, если это не будет в тепле, то есть, как бы, что дальше делать, то есть, дальше опять плохо. Но сколько здесь рабочих мест, самое главное, да, только в пекарне, то есть, в магазине опять три, да, то есть, как бы, продавца посменно. В пекарне как минимум 4 человека. Во-первых, тоже будем делать свои пельмени, да, то есть, как бы, в плане... Из гусятины. В том числе и из гусятины, да, то есть, как бы, и индюшатина у нас есть, да, то есть, как бы... В плане, то есть, если построить, вот если мы выйдем на улицу, цех сыровяления и цех разделки мяса. Вот. Планы грандиозные. В моем понимании здесь может работать порядка 20 человек. Порядка 20 новых рабочих мест. Порядка 20 новых рабочих мест.